Всем привет! Сегодня 31 декабря. На улице мороз минус 3. Иду свою машину посмотреть, почистить от снега, завести, прогреть. Стояла целую неделю. И посмотреть, как она заведется. Машина Фотон Тунлунд. Пикап. Вот. Вот такие сидушечки я себе прикупил. Вот. Шикарные причем. Вот такие коврики я себе сделал. Впоследствии их заменю. Сейчас заведем, прогреем машинку. Ну вот по значку вы догадываетесь, что это Фотон Тунлунд, пикап. Да, китаец. Пробег совсем небольшой. Ждем, когда спиралька прогреется. Спиралька потухла. Нейтралочку проверили. Ну давай, полоборотика. Ну, завелась. Вот вам и китаец. Завелась с полоборота. Причем температура минус 3. Хочу под капот заглянуть, все ли жидкости в порядке или нет. Поставил подпорочку. Я одеяльце у меня лежит здесь, чтоб тепло быстро не выходило. Сюда упоры уже заказал. Вот. 2,8 каменский двигатель. Крышку отдельно докупал. Кунг. Сюда бронестекло поставлю. Точнее наклею. Чтобы проблем никаких не было. Пока машина себе показала очень хорошо. Все на месте лежит. В машине сидеть очень удобно. Кресла очень удобные. Задница не устает. Да, сейчас, как видите, езжу на полном приводе. 4H горит. Дело в том, что грязь, слякоть, лучше полный привод. Вот так вот у нас
Все светится, приборы. Вот такой у нас пробег. Незначительный совершенно. Машина очень сильно мне понравилась. Очень большая мощь машины. Разгоняется очень шустро. Любую горку, любую поднимается без проблем. Она простенькая. Лишнего нет ничего. Магнитола, кондиционер. Ну и, пожалуй, все. Зеркала большие. Очень удобно на них ездить. Все видно. Даже слепой зоны нет, в принципе. Показывает хорошо, удобно. Пластик в салоне жесткий. Подогнан очень хорошо. Посторонних запахов нет. О чем я хочу сказать. Вот пассажирское место. А это он назад. Видите. Так что сейчас я ее прогрею. Кататься я не буду. Так вот, зеркальце. Очищник. Ну, я туда не ложу очки. У меня там жвачка лежит. Свет. Свет заменю. Это временно. Будет поярче, лампочки поставлю. Кстати, ручки очень удобные. Когда залазишь за них, можно взяться, ухватиться. Очень крепко, капитально прикручены. На подножку становишься, залазишь. А, это сигнализация моя. И нештатная. Это же лампочка не предусмотрена, чтобы моргала. Я так от себе поставил. Машина очень герметичная. Все, что творится за бортом, не слышно абсолютно. Причем воздух посторонний сюда тоже не залетает. Если вы будете стоять рядом с машиной и что-то говорить, в машине это вообще ничего не услышишь. Это моя. Для телефона я езжу сюда. Телефон ставлю, навигатор. Ну, пока больше по ней ничего не сделано особо. Все работы запланированы по улучшению. Это весной этого года. Сидел в Эльке Митсубиси, не понравился на мне. Не та мощь. Здесь широко в кабине. Места побольше, чем у Эльки на заднем сидении. Движочек Каминск, как я говорил, 2,8, 163 лошади. Это вполне достаточно для тягача. Тонну можно грузить в кузов. Вот такие дела. И страховка стоит на Китае совсем мало. 5000. Каска, чтобы застраховать от аварии, от угона. Так что я машиной своей доволен, ребята. Так что обзорчики буду я снимать теперь на эту машину, выкладывать на YouTube, чтобы люди могли понять, что почем, как машина себя ведет на дороге, стоит ли ее вообще покупать. Сидишь на ней высоко, потому что это рамник. А рамник это само по себе предполагает, что это высоко. Во-вторых, антикорчик я сделал абсолютно. Все рамы. Турбина включается после 2000 оборотов. До 2000 оборотов турбина не работает. Вот тут очень интересно. Самое главное, что вот даже замок, куда вставляется ключ, они взяли от Mitsubishi, от Лендера.
там что-то до выпуска до 2006 года. Видать, замки завалялись на складе. Так они решили их поставить на эту машину. Потому что заготовка подходит. Именно Outlander, Mitsubishi Outlander. До 2006 года выпущены. Ну да, на руль поставил вот такую противогоночку. Чисто символически от пацанов. Так-то машина закрывается на сигнализацию. Что вот такие дела. Так что чистить машину не буду. Потому что она без снега стоит. Единственное, что я заметил, очень небольшой недостаток есть у этой машины. Ну вот на максимальной скорости дворники помедленнее крутятся, чем, наверное, у Hyundai. До этого была машина Hyundai. Вот единственный недостаток. Не знаю. Устранять я его не буду. Какие-либо другие моторчики ставить. При сильном дожде щеточки не справляются, честно говоря. А так у нас что тут еще? А, запаха никакого постороннего нету от движка, что он работает на солярке. Это даже не чувствуется. Большой бардачок очень удобный. Вот так вот он открывается. Понижайку не включал, еще не пробовал. На дачу поеду, включу, чтобы хоть что-то сказать. Коробка механика. Принципиально покупал с механикой. Потому что другую коробку я вообще не рассматривал. И интереса никакого не было. Всю жизнь езжу на механике. Не надеюсь, буду ездить. Вот такая красивая шторка тут есть. Она вот так задвигается. Задвигается. Блин, так здорово сделано. Стаканчик такой есть. Я его никак не пользуюсь. Подлокотничек. Ну, такой вместительный довольно. Сзади кое-какое барахлишко лежит. Оно цены никакой не имеет. Поэтому машине держу, не боюсь, не переживаю. Который хлам нужно увезти на дачу. Обзор очень хороший. Так что, ребята, моя машина Фотон Тунланд, пикап. Год взял намеренно 2017, чтобы не доплачивать 150 тысяч. 120 тысяч, чтобы не доплачивать за 2018 год. Потому что так и так год заканчивается, какая разница, уже 17-18. Белый цвет. Так что, кому интересно, потом Тунланд, заходим на мой каналчик и смотрим дальнейшую эксплуатацию этой машины. Минус 3. Заводится отлично. Проблем нету. Все, ребята, всем пока-пока. Кто зашел, посмотрел мой каналчик. Заходите, в дальнейшем будут также обзорчики на Фотон Тунланд. Как она себя ведет, как она едет, какие у нее проблемы. Заходим, подписываемся. Всем пока.